Мне кажется, что неправильно, что исключили из праздников День Победы над Японией. Мы, дальневосточники, добиваемся во главе с генералами армии, значит, Кореевым, чтобы восстановили этот День Победы над Японией. Но пока ничего не получается. В России этого праздника как бы нет. Хотя погибли наших товарищей на войне с Японией 12 тысяч человек остались. Могилы, поскольку было наступление на всех фронтах, на Забайкальском, первом, значит, Дальневосточном и втором Дальневосточном фронте, и Каспийский, и Амурской флотилии, и все погибшие, значит, хоронились наспех, потому что времени не было, двигались стремительно. Вот, и только после окончания войны 36-39 армия осталась в Порт-Артуре. Вот там были раненые, погибшие, они только остались похоронены. Я в 2010 году был в Даляне и в Порт-Артуре на русском кладбище, где было захоронено, как считали, 18 тысяч, а потом оказалось, что там более 50 тысяч, начиная с погибших в 1904-1905 году. Летчиков наших, которые воевали в Китае, и вот во время боев в Корее даже, там захоронено. Это кладбище приведено китайцами в порядок, реставрировано. Правда, там было 15 человек наших реставраторов и 200 человек китайских рабочих. Значит, привели в идеальный порядок это кладбище. Нам очень понравилось.